Эй, Клара, я тут встретилась с Монтеро. И как все прошло? Ну, Карлосу на меня плевать, а вот с его дочерью мы поладили. Думаю, она мне поможет. Тебе нужно понять их. Завоевать их доверие. Для начала разберусь, что к чему у них в лагере. Пойду осмотрюсь. Хорошо, Дани. Береги себя. Прости, но ты останешься здесь. А, новый повстанец. Как много работы. Полеты запрещены. Развернитесь немедленно, или по вам откроют огонь. Шикарно. Ой.
Нужен транспорт. Прям как из магазина. Дани, загляни к одной женщине. Ее зовут Ями. Она как Хуан Кортес от мира машин. Мне одного тебя много. Я покорил тебя как Кортес туземцев, да? Ладно, шутка так себе. Найди Ями. Станцев нигде нет. Черт, не завидую. Есть там кто-нибудь? Это что, русский? Сюда. Я здесь. Ну уже. Эх, лепута. Ты нашла меня. Пинга, голова. Слушай, у нас появилась связь. Теперь мой разум может говорить с твоим. Мне нужна помощь. Найди меня. Чего? Объясню, когда доберешься. Я в бункере на востоке. Быстрее! Найди меня, или в Яре будут еще жертвы. Вап, ты доберешься сам. Инга, голоса слышу, значит. Это плохо, Дани. Это плохо. Значит, ты Дани. А меня зовут Шесть. Приятно познакомиться. Ты кто такая? И зачем ты здесь? Они привезли меня сюда ради опыта. Из-за них в Яру попало чудовище. Пожиратель. Вы зовете его Эль-де-Вородор. Эль-де-Вородор. Так значит, на деревню напал этот пожиратель? Да. Иди в бункер. Или кто-нибудь снова умрет. Клара, я рядом с каким-то литейным заводом. Черт, осторожно там. Я слышала странное об этом месте. Если все же приберешься внутрь, ищи машины, груженные металлом. Угонишь одну из них, нам достанется ее груз. Ясно.
toques mi pelo. No toques mi pelo. These niggas mad and these bitches is jello. No toques mi pelo. No toques mi pelo. Шесть. Я тут. Хорошо. Быстрее внутрь. Значит, бункер и правда есть. Эй, дружок, как ты сюда попал? Карахо, это сделал не ты. Малыш, все норм. Какое... Быстро собери оружие. Посмотри на все эти вещи. Чоризо! Ко мне! Сосредоточься. Найди меня. Скорее. Шесть! Ты здесь? Да. Сюда!
Шесть, расскажи, что происходит. Помоги мне закрыть врата. В этом бункере дверь в другое измерение. Эльдо Вородор как раз оттуда. Твои люди. Они его впустили. Нет, не мои. Им все мало. Наука дороже жизни. Нужно закрыть врата, иначе обратная сторона поглотит Яру. Ну, ладно. Я помогу, но сначала верну Чоризо. Рискнешь жизнью ради питомца? Что сказать, я очень люблю собак. Но это маленькая сумма сбродства. Ладно, но сначала подготовься. Конью, устраиваешь кенсионера? Пистолет и твой большой нож. Иди, скорей, остановим этот кошмар. Так-то лучше. Без пушки, как без рук. Хорошо. Дверь открыта. Найди врата к обратной стороне. С мачете и незаряженной пушкой? Все равно, что отправить меня туда с ложкой. Это все, что осталось. Ты можешь поискать что-нибудь получше. Ого. Видать, у них все еще холодная война. Вперед!
Чтобы открыть врата, надо включить лазер. Похоже, тут топлива нет. И ключа не хватает. Поищи где-нибудь поблизости. Только поторопись. Ключ есть. Надо найти топливо. Боевая тревога! Боевая тревога! На территорию проник враг. Все выходы и выходы перекрыты. Тебе крышка! Топливо есть. Можно браться за лазер. Врата открыты. Войди в них. Быстрее. Ага, я иду. Я уже не в Яре. Говорила же, это обратная сторона, тень нашего мира. Напоминает мою старую квартиру, только тут чище. Ладно, пусть будет обратная сторона. Я не чувствую песика поблизости. Его забрали. Далеко. Скорее наружу. Эта хрень повсюду. Я тебя найду. Что с тобой?
Держись! Я иду! Я тебе помогу. Мы тебя прикончим! Что это нахрен было? Шесть, что с этим человеком? Это не человек. Это кукла на невидимых нитях. Жертва обратной стороны. Их трудно убить, но они восприимчивы к огню. Поняла. Впереди склад военных. Там может быть хорошее оружие. Да, большая пушка сейчас не повредит. Зажигательные. Круть. Хватит. Пинга, опять куклы. За гигантский паук в небе. Это Чернобог. Он создает кукол и управляет ими. Забудь про него. Ищи свою собаку. Как про такое забудешь? Иди в школу за рекой. Я слышу там эхо песика. Скорее бы все это закончилось. Животные куклы. Перфекто. Пинга. Опять они. Шесть. А нельзя просто вытащить отсюда чоризо, как ящик? Я не знаю, где он. К тому же попытки переместить живых существ заканчивались плохо. Может, если по частям? Нет. Все, проехали. Я его найду. Берегись, Дани. Куклы поблизости. Их много. Это очень плохо. Ну как, чувствуешь след чоризо? Да, чувствую. Оглядись. Он близко. Куклы. Бедняги. Нужно смотреть в оба. Похоже, он в беде. Я не хочу играть. Эй! Мальчуган, ты там? Смотри.
Кара, вы не оставляете мне выбора! Шесть. Ребят, нигде не видно? Прости, да. Или больше. Черт. Мне так же тяжело. Примкни к нашей революции! Колесо Чоризо. Шесть. Тут часть тела Чоризо. О, соболезную Дани. Чего? Нет. Это его колесо. О, возможно, он еще жив. Погоди. Я что-то чувствую. Отель. Это рядом. Пора снять номер. Ты нужна! Вечеринка кукол. Видишь своего пса? Я его чувствую. Может, он не на вечеринке? Что ж, а ты не слетели с головой. Интересно. О, да! Экспедиция закончилась плохо. Оружие. Вот это. Потрясно. Инга, эти засранцы никак не отстанут. А вот это уже кое-что. Чоризо носил его.
Вечеринка кукол. Видишь своего пса? Я его чувствую. Может, он на вечеринке? Что ж, отлично, сели с головой. Экспедиция закончилась плохо. Оружие. Эффекто. Потряс. Пинта, эти засранцы никак не отстанут. А вот это уже кое-что. Вечеринка кукол. Видишь своего пса? Я его чувствую. Может, он на вечеринке? Что ж, окунусь с веселья с головой. Интересно. Экспедиция закончилась плохо. Кто здесь? Вот он там! Свой мир! Стань частью чего-то большего! Вот это уже кое-что. Гаечный ключ чоризо. Вечеринка кукол. Видишь своего пса? Я его чувствую. Думаешь, может, он на вечеринке? Что ж, окунусь с веселья с головой. Это уже кое-что. Гаечный ключ чоризо. Конь. Надо поискать другие зацепки. Интересно. Экспедиция закончилась плохо. Оружие. Потрясно.
засранцы никак не отстанут. Оружие. Перфекто. Потрясно. Интересно. Финга, эти засранцы никак... Экспедиция закончилась плохо. А вот это уже кое-что. Чоризо носил его.
Если это отражение Яры, то здесь поблизости должна быть пещера. Да, пещера. Это она. Иди. Дани, а что такое кинсаньерас? Кинсаньера – это такая вечеринка. Я бы хотела на вечеринку. Ты что, всю свою жизнь в бункере просидела, что ли? Да. Мне с раннего детства запрещали покидать эти стены. Черт. Что ж, когда все закончится, устроим вечеринку. С меня пиво. Хорошо. Кинсаньера и выпивка. Звучит здорово. О, тебе понравится, Миха. Поверь. Чоризо! Нет, 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 нет! Чоризо! Я так волновалась, дружок. Пойдем отсюда. Вот так. Осталось тебе помыться. Шесть. Чоризо со мной, но он ранен. Спокойно, я перемещу его. Точно? Это же не ящик какой-нибудь. 60/40. Правда? Что ж. Слишком много.
я уже иду. Чернобог недоволен, что мы забираем собак. Куклы идут сюда. Инга, надо скорее выбираться. Двигайся к бункеру. У меня есть план. Он хоть надежный? 60 на 40. А это в мою пользу. 6. Черт! Эльдоварадор слишком силен. Спасайся! Пытайся лучше. Они заперли дверь бункера. Открыть можешь? Черт, попытаюсь, но это займет время. Идут новые куклы. Класс, прямо то, что нужно. Не подпускай их к вратам, Дани. Если пройдут... Яри, конец. Знаю, у тебя тут не завалялось еще какое-нибудь оружие? Нет, но солдаты могли что-нибудь оставить. Поищи. Другое дело. Ну давай, Чернобог! Еще тварей!